Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный и необычный салат, как в дорогом ресторане. Для этого нам понадобится клубника, редис, руккола, гриль-сыр, лепестки миндаля и для соуса лимон, бальзамический уксус и оливковое масло. Сыр порежем кусочками и будем обжаривать. Я использую сыр халум. В принципе, вы можете использовать те гриль-сыры, которые вам больше нравятся. Я буду его обжаривать на гриль-сковороде, но также можно использовать и обычную сковородку. На сухой сковороде обжарим лепестки миндаля. Клубнику режем на 4 части. Такими красивыми дольками, как в ресторане. Пару столовых ложек добавим клубники бальзамического уксуса, и она пока будет пропитываться. Добавим клубники рукколу и порежем редис. Теперь к салату добавим немного лимонного сока и оливковое масло. Теперь аккуратно перемешиваем салат. Салат почти готов. Теперь мы его выкладываем на блюдо и украшаем. Дорогие друзья, салат готов. Вкус получился изысканный. Клубника с бальзамиком прекрасно сочетается с миндалем. И вкус добавляет руккола и гриль-сыр. Всего несколько минут, и такой замечательный салат украсит ваш стол. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, подключайте колокольчик, чтобы не пропустить новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!